Жаришка пошла, жаришка! Жаришка пошла! Резкий, дерзкий! Кажется, они из одного зоопарка с попугаем. Если предположить, что в попугае вот с этими телодвижениями Наташа Королева, то здесь Тарзан. Уж очень похожие их телодвижения. Я смотрела все выпуски с самого начала и поняла, что ты там. Даже у папы спросила, тебя молодые ноги. Вся такая цветная, весь пушистый такой. В энергичное время встретились мы с тобой. Два безбашенных друга, что нас ждет впереди? Два отчаянных сердца выпрыгнут из груди. Пусть говорят, время пришло, апокалипсис. Рады сдать назад. Вам тут находиться не надо. Два дурачка смотрят на мир восторженным взглядом. Занимают первый ряд. Мы как два психопата сбежали из мультика. Счастье догонять, как два персонажа сбежали из мультика. Чтобы этот мир обнять, психопата сбежали из мультика. Счастье догонять, как два персонажа сбежали из мультика. Чтобы этот мир обвяз. Пятый, прием. Самоизолировался, что ли? А. Это что за маски-шоу? Думаете, поможет? Так, документы. Спокойно. Панда-попугай, где-то я вас видел. Галкин Пугачева, что ли? А ну давай, для истории. Оба! Давай, галлюцинация, езжай. Из мультика, чтобы этот мир обвяз. Две смешные игрушки. Две безумных мечты. В очень странное время встретились я и ты. В этом сломанном мире правил нету сейчас. Все дороги открыты чокнутым вроде нас. Пусть говорят, время пришло, апокалипсис. Рады сдайте назад. Вам тут находиться не надо. Два дурачка смотрят на мир восторженным взглядом. Занимают первый ряд. Мы как два психопата сбежали из мультика. Счастье догонять, как два персонажа сбежали из мультика. Чтобы этот мир обнять, как два психопата сбежали из мультика. Счастье догонять, как два персонажа сбежали из мультика. Чтобы этот мир обвяз. Как два психопата сбежали из мультика.